Ребята, здравствуйте! Сегодня готовим классную насадку, которую обожает вся мирная рыба, в особенности карась, лещ, карп, крупная плотва, густера. В общем, насадка проверена временем, у каждого свой рецепт ее приготовления, я поделюсь своим. Насадка точно выручит, если классические червь, опарыш, мотыль не работают, так что сохраняйте рецепт, лишним не будет, есть он не просит. Большим плюсом является то, что данная насадка работает как в теплое время года, так же и осенью, и весной. При моем способе приготовления данную насадку можно запросто использовать для ловли на донки, на фидер, само собой на поплавочку, то есть дальнего заброса она не боится. Все ингредиенты очень доступны. Единственное, что потребуется немножко времени на приготовление этой чудо-насадки. Так что готовим быстро, четко и понятно. Поехали! Первым и основным ингредиентом нашей насадки будет горох. Вот такой дробленый половинчатый у меня. Если у вас цельный сухой горох, можно перебить его с помощью ступки, либо кофемолки, чтобы он стал мельче. Я забросил его в холодную воду, поставил в холодильник, так как на улице лето и жарко. Где-то на 12 часов. Ну, обычно на ночь можно ставить, чтобы он стал мягче и быстрее разварился. Не промывал его, так как многие промывают, делая этот рецепт, но я не промываю, так как вот эта вот мука гороховая, вот эта муть, которая, она потом помогает нашей насадке лучше склеиться, да, и ароматика остается гораздо выше. Здесь у меня 4 стакана гороха, я буду использовать его не только для приготовления насадки, но и буду добавлять прикормку. Поэтому, если вы готовите только насадку, гороха потребуется меньше. То есть я даю базовый рецепт, исходя из которого вы сами рассчитываете количество ингредиентов. В общем, это конструкция. Горох вместе с этой водой, в которой он замачивался, отмачивался, высыпаем в кастрюлю. Даже уже сама вот эта вот вода, она имеет отличный аромат. Высыпаем в кастрюльку, распределяем по кастрюле так, чтобы везде одинаково было. Ну, воды, видите, сколько тут. Добавляем еще воды, чтобы где-то 2 сантиметра воды покрывало горох. После чего отправляемся к газовой плите. И большое внимание нужно обратить именно на варку гороха. Ну, все, дальше видео. Поехали. Кастрюлю с водой и горохом ставим на газовую плиту и доводим до кипения. После чего проделываем следующие важные манипуляции. Ждем, в общем, пока закипит. Так, по мере того, как вода начинает закипать, образуется вот такая вот пена. Ну, наша задача ее снять, чтобы вода была такая почище. Она все равно будет мутная, потому что мы не промывали горох, но пену лучше убрать, она не нужна. И дальше ставим после закипания горох на средний огонь и варим около часа, где-то так примерно. Всегда это по-разному, но важно еще постоянно помешивать и ждать того момента, когда наш горох полностью разварится. То есть вода может и выкипеть, в том случае мы добавим еще немножко воды. Если же вот этих вот 2 сантиметра над горохом хватит, мы ничего не будем добавлять. В общем, ждем, пока горох разварится, постоянно помешивая. Но будем смотреть в процессе. Все постараюсь на видео передать, все секреты. Варим. В процессе варки многие добавляют сюда дополнительные ароматизаторы. Кто-то добавляет мед, кто-то добавляет немного там подсолнечного масла. Я люблю ловить на чистый аромат гороха, лещ, карась отлично на него реагирует. Но немножко добавляю соли. Вот буквально где-то 1/3 столовой ложки. Все-таки соль рыба воспринимает положительно. Вот эти минералы, которые в соли, ей тоже нужны. Ну, это тема отдельного разговора. Так что я только подсаливаю. И на среднем огне варю около часа.
в принципе, тут нужно смотреть. Может, больше времени, может, меньше понадобится. Горох должен превратиться в кашу. И важно, всегда помешивайте, подходите, не оставляйте его без внимания. Потому что если он пригорит, а он может пригореть, имеет такое свойство, рыба откажется вашу насадку даже подходить к ней. Аккуратно смотрим и варим до состояния каши. Так, вот именно, когда горох достигает вот такого вот состояния, он легко может пригореть. Поэтому здесь уже открытыми не отходим. Варится это все уже около 40 минут. Постоянно помешиваем. Потом, когда уже превратится в такую, откровенно говоря, кашу, и будет тяжело дышать, будут большие пузыри, вообще ставим огонь на минимум. И когда воды почти не осталось, вымешиваем все очень тщательно. Если вам нужна насадка жестче, вода должна почти вся испариться. Если насадка нужна мягче, на поплавочку там, где-то под берегом ловить, водички можно оставить побольше. В общем, здесь как с любым тестом. Больше воды, насадка мягче. Меньше воды, насадка жестче. Главное, чтобы не пригорело все это, вымешиваем. После чего добавляем еще один важный ингредиент. Так, на этом этапе вот такая она получается. Мы немного ее заберем на, как я говорил, прикормку. Сюда же к ней еще в эту емкость я добавлю перловки запаренные, то есть то, что надо будет. И буду добавлять кормушки просто в прикормку. А здесь мы оставим уже для самой насадки. Ну, достаточно будет. Вот пару черпачков я сюда, и здесь осталось. К оставшемуся гороху добавляем манки. Вот где-то пол такого вот стакана. И начинаем все это вымешивать. Тесто не выключая огня, на минимальном огоньке. Замешиваем такое вот тесто, которое будет хорошо кататься в шарике. Сначала делаем это какой-то приспособой, типа такой. Потом выкладываем его, оно остывает, и мнем отлично руками. В общем, все покажу. Замешиваем тесто. Итак, мы больше ничего не добавляли, вот только манки полстакана. И получаем вот такое вот отличное, ароматнейшее гороховое тесто, на которое, поверьте, любая мирная рыба соблазнится 2 секунды. Теперь наша задача, оно хоть и горячее еще, хорошенько его вымыть в такую однородную массу, чтобы вот этих вот таких маленьких крупиц манки не оставалось. Она под температурой, вот за те 5 минут, что мы мешали в кастрюле, быстренько соединилась с горохом, все классно склеилось. Я еще раз повторяю, если вам нужна более жесткая насадка, максимум нужно убирать воду с помощью кипения и больше добавлять манки. Я рассчитываю на поплавочку, поэтому вот такая вот нежная, особенно лещ любит нежную такую вот насадку, да и карась тоже, вполне подойдет. Но для донки собираюсь на одну ловить. Я делаю усовершенствование. Беру какую-то емкость, где будет храниться будущая насадка. И шприц. И выдавливаю вот такие вот гранулки. Симпатичные. Это будет для донки. Делается это просто. Ну, штук с двадцаток мне хватит, я думаю. Потому что как бы рассчитываю на две поплавочки большого озера. Когда мы сделали нужное количество нам гранул, немножко к ним добавляю масла подсолнечного, не сильно ароматного. И сюда же добавляю чуть-чуть манки. Буквально вот присыпать. Все это вращаю. И насадка готова. Мы получаем, это для донки насадка.
Она еще чуть-чуть полежит до завтра, я собираюсь на рыбалку. Станет крепче, но масло не даст ей стать деревянной. А это для поплавочки просто незаменимое. Плюс, вот это мы будем добавлять в прикормку. Сюда еще я добавлю распаренной перловочки. Будем ловить на эту насадку, на перловку. Ну, в общем, будем пробовать. Насадка получается ароматнейшей. Прочно держится на крючке. Мелочь ее не собьет. Если надо, будет еще гранулы. Шприц обрезан у меня всегда в ящичке рыболовном, так что можно прямо на рыбалке это все сделать. Сейчас покажу, как ведет себя в воде. Не переключайтесь. Наша насадка в воде, она будет долго держаться, потому что манка и горох отлично склеиваются. Плюс, если вы делаете такие гранулы, для убийцы карася, для донки, для соски, для флета подойдет. Стоит сказать об ароматике. Горох летом, осенью, весной отлично работает по любой мирной рыбе. Так что, ребята, если видео было полезным, ставьте лайк, пишите комментарии, жмите колокольчик, подписывайтесь на канал. Надеюсь, с этой насадкой сниму видео, тоже его выложу. Всем спасибо за внимание. Ловите с удовольствием, но не забывайте о сохранности природы. До новых встреч, ребята. До свидания.